У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Анжелики. Пришел. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Анжелики. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. И я приветствую вас и заранее благодарю за эту встречу. Зовите меня Ларион. Ларион. Приветствуем вас, уважаемый Ларион. Вы куратор? Я куратор. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили сегодня чистку вашей подопечной. И вот она написала 10 вопросов, которые ей очень бы хотелось задать своему куратору. Пожалуйста. Очень приятно познакомиться в этих прекрасных энергиях. И прошу прощения, что перебил тебя. Я хотел просто спросить, будете ли вы так любезны ответить на этот вопрос, на эти вопросы? Конечно, иначе бы меня здесь не было. Абсолютно верно. Начинаем с первого вопроса. Откуда моя душа? Как выглядит ее дом? Твоя душа ангельская. Твой дом выглядит в светлых, ярких ангельских энергиях высокой чистоты, света, радости и спокойствия. Это уровень, не планета, не звезда, а светлый и чистый уровень. Я лишь хотел сказать, что у каждого есть свое определенное место в виде ваших комнат. Конечно же, мы не ограждаемся перегородками, но есть энергетические разделение, телепатическая связь, когда мы понимаем, что душе нужно уединиться и побыть в своем собственном состоянии души. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Ларион. Второй вопрос. Что нужно моей душе, чтобы она была в гармонии, счастлива, наполнена? Свет, радость, эмоции, позитив, искра. И вдохновление. Какой четкий ответ. Никаких вопросов нет. Другой вопрос, где это брать? Вот этот давайте, наверное, с этого начнем. Во-первых, не забывать, что ты ангел и несешь ангельские энергии с искрой и светом чистоты внутри. Наполняясь рутиной, ты забываешь, что у тебя твоя искра гаснет и гаснет и гаснет, становится меньше и покрывается, заполняется серостью бытовых дней. Ты пытаешься найти время для себя, но у тебя катастрофически не хватает его. Представь весы и положи свои душевные потребности развития души на одну сторону и материальные земные блага на другую. У тебя должен быть баланс. Если бытовые проблемы перевешивают, твоя душа сереет, так как ей не уделяется достаточно времени. Искра гасит, а ты отмахиваешься рукой и говоришь, да, потом, сейчас доделаю только вот это и займусь собой. Но твоя искра уходит глубже и глубже, становится меньше и меньше, и в итоге ты теряешь энергии, а воспроизвести и наполниться не знаешь как. Продолжайте. Благодарю вас, уважаемый Ларион. Идем дальше. Третий вопрос. Я часто чувствую себя опустошенной душевно. Как я могу наиболее быстро и правильно себя наполнить высшей энергией и как сохранить мои вибрации на наиболее высоком уровне? Я начну с конца. Вибрации ты можешь сохранить, не подпуская к себе негатив. А твое внутреннее состояние ты должна балансировать сама, помнить о своей искре, расширять ее, раздвигать и светить ярче, не подпуская негатив или проблемы глубоко в сердце. Ведь переживая, ты не сможешь помочь себе и другим. Нужно иметь четкое представление ситуации. Только так ты можешь выстроить правильную линию исправления проблемы.
По-другому же ты будешь хаотично переживать и терять энергии. Из-за этого будут падать твои вибрации. Это был мой ответ на второй вопрос в этом вопросе. Прочитай, пожалуйста, еще раз. Я повторяю. Я часто чувствую себя опустошенной душевно. Как я могу наиболее быстро и правильно себя наполнить высшей энергией? И как сохранить мои вибрации на наиболее высоком уровне? Хорошо. Теперь по поводу заполнениями энергиями. Научись визуализировать энергии. Энергии выглядят как твои чакры. Ангельские энергии очень легкие, искристые, идут легким, четким потоком в каждую чакру. Красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя и фиолетовая. Именно так они выглядят, эти цвета. Представь их и запроси свой уровень 380 для начала. Ангельские энергии могут быть достаточно высоки, 400-420. Но чтобы поднимать их, ты должна сперва научиться чувствовать цифру как минимум 380. Когда ты начнешь визуализировать, представлять эти энергии, а потом на физическом теле чувствовать, как каждая чакра получает свои энергии, тогда ты научишься закачиваться этими энергиями и всегда быть энергичной. Теперь существует ангельский поток, он выглядит белым светом, ты можешь закачивать его в себя, в коронную чакру, представляя белый теплый свет ангельских, лучистых, легких, радостных энергий. Чувствовать внутри себя эту радость. Иногда ты будешь чувствовать эти энергии в ладонях, покалывания внутри себя будут говорить, что ты наполнена энергией для начала. В последующем ты будешь понимать, как твои чакры наполнились, а тонкие тела расширились от этих энергий. Я закончил. Благодарю вас, уважаемый Ларион. Четвертый вопрос. На каком уровне находится мое высшее Я? На 11 уровне. Если позволите узнать ангельский сразу. 10. Благодарю вас. Пятый вопрос. Какое мое энергетическое ядро, мой стержень и как его развивать? Важный вопрос. Ну, во-первых, нужно помнить о нем, как я уже сказала, о своей искре. Ангельские энергии я объяснил выше, как выглядят. Это ядро, как ты называешь, выглядит как стержень. Ядро же — это твоя искра, которая искрится. Сперва заполняется стержень серостью, и потом переходит к ядру, и эта искра гаснет. И именно об этом я говорил выше. Когда ты получаешь негатив, забываешь о себе и не развиваешься. Вернее, не уделяешь достаточно времени душе, хватаясь за все, но не доводя до конца. Я имею в виду знания, практики. Какие-то прогрессируют, а какие-то остаются висеть вокруг тебя. Это и были эгрегоры, которые вы убрали. Только хотел сказать, это как раз и были те эгрегоры, да. Благодарю вас, Ларион. Вы закончили здесь? Нет, я сказал про негатив, но я бы хотела сказать про позитив. Пожалуйста. Как я уже заметил, это стержень, который проходит по всем твоим чакрам. Это твой дух. Стержень может быть короткий, который занимает только твои три чакры. Вишудху, сердечную чакру и желтую. Твоя искра находится в сердечной чакре, поэтому так важно слушать сердце и жить и действовать согласно своему сердцу. Душа никогда не обманет, а сердце не подведет. Даже если это не будет в плюс кому-то, твоя душа и совесть останутся чисты, потому что ты поступила по сердцу, и у тебя не будет корысти и сожаления внутри, которые съедают твою искру. Стержень может быть расширяться и удлиняться до нижней чакры и до верхней коронной. Сердце же остается центром
и искрой. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какие мои таланты, способности, в том числе из прошлых жизней, что я могу использовать в этой жизни, чтобы выполнить свою миссию, и какие я должна больше развивать? Я затрону главные таланты. Это твоя смелость и непоколебимость. Ты не боишься трудностей и умеешь работать и перебарывать их. У тебя есть достаточно терпения, смелости и духа, чтобы побороть любые препятствия. Именно это ты должна укреплять и держаться на этом. Помнить, что в твоем стержне есть сила духа, которая крепка. Развивать ее, не дать сломить себя житейским проблемам и рутиной. Благодарю. Благодарю вас, Ларион. Седьмой вопрос. Мы знаем, вы куратор на эту жизнь, но вопрос о прошлой жизни. Кем я была в прошлой жизни на Земле и какая была эта жизнь? Минуточку. Твоя жизнь на Земле была в 1732 году. Это сегодняшние Соединенные Штаты Америки. Ты жила в племени и была одной из индейцев, женщиной, свободная, жизнь, занятая трудом, соединенная с природой. Конечно же, боец и охотник, защищаясь от других племен, выделывая шкуры, охотясь на животных. У тебя был муж. В одном из нападений вы убегали от другого племени на коне. Ты сидела сзади, стрелой в голову была убита. Детей у вас не было, так как ты умерла в 30 лет. Дикие времена были на Земле, уважаемый Ларион. А сейчас не дикие. Сейчас хуже. Сейчас более технологичные и дикие. Были примитивные, а сейчас все смешалось. Ну, мы как раз и ищем ту простоту, потому что в ней именно счастье, а не в технологиях космических. Я прошу прощения за это лирическое отклонение. Если позволите, можем продолжать? Конечно. Идем дальше. Восьмой вопрос. То, что я не вижу одним глазом, а также боль в конкретной точке головы, связано с какой-то моей прошлой жизнью или, точнее, с уходом из нее? Мне кажется, вы ответили на этот вопрос. Связано. Твоя генетическая память хранит боль и сожаление. Сожаление от ранней смерти, так как у вас была большая любовь и понимание с мужем. Осталось сожаление, и генетическая память не стерта. Я прошу прощения, а можно как-то, вот это, я не знаю за эту проблему с глазом, насколько она серьезная. Мы можем что-то сделать, помочь ей как-то? Нет, она сама должна отпустить это, выдавить из себя. Да. Как прошлое, которое не приносит ей пользы. Она сама должна это сделать без нас, да? Пережить, осмыслить, выдавить и уничтожить как ненужное. Сожаление и боль. Хорошо, я благодарю вас, уважаемый Ларион. Я понимаю, это все в процессе осознания идет. Поэтому оставляем эту ситуацию так, как есть. Идем дальше. Девятый. Это и есть развитие, осознанность, практики и домашняя работа. Я считал последнее слово — домашняя работа. Благодарю вас. Девятый вопрос. Как я могу связаться с тобой, дорогой куратор, и как я смогу понять, что это ты? Как услышать тебя и распознать твои знаки? Без внутренней искры, закачки энергиями и нахождения в чистом, радостном умиротворении ты не сможешь связаться со мной. Сперва тебе нужно научиться визуализировать и закачивать энергии, как я сказала выше. Дальше ты должна найти время, спокойное место для себя, своей души, где ты можешь медитировать и заходить в легкий транс. Я всегда слышу тебя и подаю тебе знаки, которые вокруг тебя. Также, если ты будешь слушать свою искру, душу, сердце, ты всегда, как я уже сказала выше, будешь идти по правильному пути.
Связаться со мной ты можешь со временем, как я уже сказала, в легком трансе, задавая короткий, четкий вопрос, на который я могу ответить «да» или «нет». Если ты будешь задавать неправильный вопрос, информация будет искажена. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Илларион. У меня остался последний, 10-й вопрос. Совет, напутствие куратора мне в этой жизни. Мое напутствие будет: сбалансируй свою жизнь и выдели достаточно времени для себя. Для себя ты четко должна понимать, что время для себя очень важно. Важно для твоего внутреннего состояния, которое переходит во внешнее. Утомляясь, работая, посвящая себя проблемам, заботам и рутине, твоя жизнь идет как сплошная линия без вчера, сегодня, завтра. Выделяя время для себя, ты делаешь это с пользой. Твоя душа растет, стержень укрепляется, радость и позитив остаются в тебе. С этими чувствами ты умеешь радоваться каждому дню, птицам, природе. Твое внутреннее состояние передается на внешний мир, и ты притягиваешь другие чистые энергии, вибрации. Окружающие тебя люди становятся радостными и счастливыми, впитывая в себя твои энергии. Благодарю. Все это время, когда вы говорили, у меня перед глазами стояли весы, две чаши весов, о которых вы в самом начале говорили, об этой гармонии и о необходимости уделять необходимое количество времени определенным вещам, своему развитию, например. На второй чаше весов это наши мирские, материальные желания и наша работа и все остальное. Я хочу донести, что балансируя себя, уделяя время себе и своей душе, вы автоматически меняете мир вокруг себя. Из внутреннего вы меняете и внешний мир, делая его более гармоничным, сбалансированным, радостным и счастливым для себя, своей семьи и материального дохода. Что бы ни изменилось извне, вы делаете этот мир защищенным от негатива. Не забывай, что своими женскими энергиями ты должна оберегать свою семью, тем более ангельская душа, закрывать своими крыльями всю свою семью, дом и все, что тебе интересно, от проблем. Поэтому у тебя есть внутренний стержень и, как я сказал выше, смелость. Поэтому, гармонизируя все это, укрепляя, ты изменяешь мир вокруг себя не только для себя, но и для своей семьи. Любовь, радость, понимание и удача сопутствуют всему этому. Но главное — начать с себя и с внутреннего состояния. Благодарю. И интерферентам тоже путь будет закрыт. Это как дополнительный бонус, но до всего этого нужно дойти. Уважаемый Илларион, мы закончили вопросы. Я благодарю вас за эти замечательные 10 ответов ваших. И мне всегда очень приятно общаться с кураторами-ангелами. Я чувствую эти энергии даже здесь, на Земле. Позвольте вам преподнести подарок, который у нас есть традиционный в этой комнате диагностики. В ангельском мире его уже знают. В твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Лариона, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь своей подопечной, за его ответы и просто на эти добрые воспоминания об этой встрече. О, как неожиданно! Я с удовольствием полакомлюсь вашим подарком. Благодарю вас. Благодарю вас, уважаемый Илларион. На этом месте привет ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать им преграды, лежащие на их пути, открыть им эти двери, в которые они дальше должны будут уже пойти сами. Не все готовы, но я обязательно буду рассказывать про вашу прекрасную комнату. С энергией Мерго.
с энергиями Арго. Благодарю вас, уважаемый Ларион. Я говорю, до скорых встреч. Мы не прощаемся никогда. И всего вам наилучшего. До скорых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Анжелика, мы закончили встречу с вашим куратором Ларионом из ангельского мира. Вы получили все ответы на свои вопросы? Это какой-то бесконечный поток информации, очень-очень ценный. Я буду вникать, переслушивать и делать свою домашнюю работу. Замечательный ответ. Благодарю и вас на этом месте. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа. Наш администратор Ольга перешлет вам после сеанса рекомендации, как заправлять себя энергиями, вы видели в этом сеансе, как поднимать вибрации тоже, и самое главное, как выдавливать из себя. Это благодарю именно... вас за это и прошу прощения. Я хотела сказать, бесценный поток информации. Это верно. Оставайтесь на этой волне, и вы будете самым счастливым человеком. Хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Анжелики в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта,